Всем привет, меня зовут Надя, я создатель и переводчик этого канала. Сегодня я хочу рассказать вам о некоторых изменениях, которые касаются Евы и Ники с Габи. Я понимаю, не все из вас знают специфику работы на YouTube, поэтому постараюсь объяснить все максимально просто. Начнем с Евы, у нее была одна партнерская программа, но где-то 5 месяцев назад она ее изменила, и после этого у меня начались проблемы с переводом ее видео. У этой новой партнерской программы есть способ определения, кто берет видео Евы, и они могут делать с этим человеком, что захотят. К счастью для нас, они не блокируют видео Евы на этом канале, но они могут это изменить и заблокировать этот канал. И если этот канал заблокируют, то все видео удалятся, и я не смогу укладывать видео на этот канал. Вот так вот, если объяснять, все максимально просто. Вот как мы с вами будем ходить из этой ситуации. Я удалю некоторые видео Евы с этого канала, но они останутся в паблике ВКонтакте, поэтому если вам захочется посмотреть старые видео Евы, они будут всегда там. Насчет новых видео Евы, пока я буду их переводить, но если все станет совсем плохо, я буду их выкладывать только в паблике ВКонтакте. Вот такие вот дела, с каналом Ники и Габи примерно одинаковая проблема. В общем, если вы долгое время не видите переводов Евы или Ники с Габи, переходите в паблик ВКонтакте, они там. Ссылка на паблик с переводами и на мой личный канал будут внизу, и до скорого!